Мистика в GTA 5. Призрак девушки. Появляется она на горе Гордо в 23:00. Поговаривают, что ее столкнул со скалы собственный муж по имени Джо. Именно его имя кровью написано на камне. Если мы подойдем к призраку девушки слишком близко, то она пропадет. Чужой пришелец во льдах. Найти его можно в самой первой миссии пролог. Садитесь в машину и едете к ближайшему мосту. Снежный человек. Его мы можем встретить в миссии Хищник через тепловизор. Но в конце игры выясняется, что это был переодетый фрик. Под водой есть люк, который сияет ярким светом. Находится он на востоке. Из него слышны какие-то стуки, которые являются азбукой Морзе, что в переводе означает: «Эй, ты никогда не звонишь, как насчет пойти в боулинг?» Это является отсылкой на Романа из GTA 4. Морской монстр. Он находится на западе. На дне лежит скелет монстра. Кто знает, возможно, это просто скелет кита.